Драгоценные девушки, здравствуйте. Мы сегодня с вами с утра проводили медитацию наполнения светом и манифест на женское изобилие. Кто не проходил, есть в Телеграме, в моей группе, она в открытом доступе. Очень много инсайтов и состояний благостных. И я хочу поделиться важным таким инсайтом. Ну, он не первый раз уже, но все же отметить. В тему изобилия женщины. Мы принимаем свою мощность, свою глубину, свою многогранность, свою силу истотную. И вместе с этим я хочу обратить ваше внимание. Важно, женщина, она, если принимает вот эту свою мощь, позволяет себе войти в нее, она становится очень широкой. Но здесь, на Земле, реализация женщины возможна только тогда, когда есть баланс вот этой широты земной и солнечного света, да, то есть солнце, которое обогревает землю. А за солнце у нас отвечают мужчины. Вот солнечный аспект — это мужчины. И у женщины ничего не может получиться хорошего и продвижения, даже если она очень крутая, если она, осознав и ощутив свою широту, не будет пребывать в здоровом смирении и почтении к мужчинам. Когда женщина вот входит в свою силу, есть большая опасность загордиться тем, что она теперь крутая, она все сама сможет, всех сделать, все обеспечить, все порешать. И это большая ловушка для ее движения и для ее души. Если ты пришла женщиной, то однозначно душа выбрала путь познания гибкости, чуткости, путь текучести и нежности, путь дарения любви, очень внимательной, и порой, может быть, она незаметная, но путь внутренней работы, путь тишины и тихой любви, умение молчать вовремя. И мысли, идеи о том, что я могу все порешить сама, она может увести далеко. Действительно, женщина может это сделать, но она счастливее от этого не станет, потому что внутри у женщины есть внутренний посыл быть защищенной мужчиной. И чтобы он был впереди, а она за ним. И в этом формате выигрывают обе стороны. Мужчина, он исполняет свою роль, и он удовлетворен своей роли защитника, и то, что он признан и уважаем. И женщина получает удовлетворение, потому что она чувствует защиту. Поэтому, возвращаясь к теме изобилия и широты женщины, я хочу еще раз отметить. Наблюдайте за... Чем больше ваша сила раскрывается, тем больше любви, дарения любви должно быть, тем больше сердце раскрывается, и тем больше почтения, именно почтения и уважения к своим близким мужчинам и, в принципе, ко всем мужчинам, ко всему мужскому роду, ко всему мужскому миру, к солнцу. Ведь не может, иначе получается абсурд, как будто земля, вот то, что является женщина, земля, она теплая, но она сама себя не обогревает. Землю обогревает и освещает солнце. Без солнца земля погибнет.
Поэтому каждый раз, когда вы растете, помните об этом. О том, что вы оберегаемы, охраняемы, согреваемы лучами солнца, лучами света мужского разума. Почитайте их. И не бывает здесь лишнего почтения. Каждый раз носите в своем сердце благодарность и уважение, почтение к мужчинам. Обнимаю вас.